Еще один сквер появится в Краснофлотском районе Хабаровска. Новое место отдыха благоустраивают в парке имени 50-летия СССР. Проект благоустройства этой общественной территории – один из лидеров голосования по программе формирования комфортной городской среды. Каким будет сквер и особенности благоустройства? В репортаже Александра Лихачева. Сквер рядом с домами для хабаровчан, которых переселили сюда после наводнения 2013 года, разбили в мае этого года. Прежде это была граница парка имени 50-летия СССР. Территория, на которой росли деревья и кустарники, была неухоженной, а прилегающие к зарослям участки после каждого сильного дождя подтапливала. Сквер благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Как проводились работы? Согласовывались с собственниками? Конечно, так. Да. Это было голосование. Так. По итогам голосования вот, победил данный земельный участок. На нем проводится сейчас благоустройство. Согласно проекту, который поддержали горожане, вблизи жилых домов появится детская площадка и беседки для отдыха. Строителям осталось накрыть каркас крыши и установить внутри скамейки. Как отметил директор службы заказчика города, проект сквера из-за особенностей рельефа уникален для Хабаровска. Несмотря на это, подрядчик ведет работы с опережением графика. Что мы здесь будем иметь, что мы уже и когда сроки сдачи? Сроки сдачи конец месяца, конец августа. В свою очередь мэр города поручил не останавливаться на благоустройстве сквера. После сдачи объекта осенью начнется озеленение территории. Для того, чтобы жителей избавить от лишних забот в виде любителей погулять по ночам, в сквере не забыли про безопасность. Учитывая то, что жилмассив у нас находится на практически границе города Хабаровска, ну и он удален, впереди лесополоса, принято решение поставить камеры видеонаблюдения, подключить его к программе «Безопасный город». После окончания всех работ будет организовано собрание местных жителей. Именно они должны определить, как в дальнейшем развиваться территории, прилегающие к их домам. Жители Хабаровска и сейчас могут предлагать свои идеи по благоустройству города. В Краснофлотском районе их принимают в общественном совете по адресу улица Руднева, 35. Александр Лихачев, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».